Будем помнить, 30 октября в России день памяти жертв политических репрессий. К этой дате в Краеведческом музее презентовали новый проект – сайт «Электронный архив «Ссыльный край. Сургут». Более 500 биографических сведений, собранные в одном виртуальном реестре. Долгая, кропотливая работа легла на плечи сотрудников музея и общественной организации «Наша память». Электронный ресурс включает фото, документы и справки. Все материалы о ссыльных, которые проходили через Сургут с 19 века до середины 50-х годов прошлого столетия. Этот материал доступен с сегодняшнего дня на сайте «Ссыльный край Сургут». Этот сайт размещается на поддомене сайта Сургутского краеведческого музея. И для всех желающих горожан этот сайт будет доступен. Документальные свидетельства на новом сайте помогут узнать о процессе формирования и развития нашей территории как места политической ссылки, вкладе осужденных в экономическое, социальное и культурное развитие края. На презентации представители администрации Думы города почтили память жертв политических репрессий и оценили значимость нового проекта. Мы все вместе должны, безусловно, помнить не только о радостных событиях в истории нашей страны, но и о тех печальных минутах, которые свалились на плечи наших предков.